это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Пришло время для главного события. А вот и наш сразу первый противник. Сразу присадите строго моих бойцов. А в этом углу мы видим... Опа! Эти двое будут сражаться, чтобы увидеть кто... The champion of being single. Вот что бывает, когда неподвижный объект сталкивается с непреодолимой силой. Дед. Ноль на. А дополнительные деньги идут к аутсайдеру. Конечно, там по прокуке проголосуй. Это отвратительно. А сейчас влетает на ринг. И противостоять им будет... Один из них будет коронован. A champion of putting you to sleep. Санатер какой-то, чёрт. Что ж, ребятки, хитрый влетели в чат. Ты сейчас своего героя покажешь, клоун. Далее у нас будет... Рот закрой. Против. Эти двое стоят лицом к лицу, чтобы посмотреть, кто... The champion of this player's secret crush. Туфельмен, ты чё, ебать, про... Боже мой! Они обмениваются ударами. Чё, ты Туфельмен? Давайте просто скажем, что толпа не очень любит этого тренера. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированные перчи. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скид. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. А следующим сейчас будет... мой орел должен быть. А не. Против. Один из них выйдет как... The champion of making trouble. Кто хочет больше? А ручка-то бойчея. Что за... Это мой боец, кривой, алё. Так есть. Толпа начала бросать мусор прямо на ринг. Уступите дорогу, идет. Против. Только один из них может быть. Чемпионов! Кривохуй, давай, родной! Пиздец. Тренер, кажется, наслаждается этой ненавистью. А вот и наш следующий конкурент. Против. Бля, сука. Эти двое соревнуются, чтобы быть... The champion of questionable choices. Это кентавр, я так понимаю.
мощная баланса. Давайте попкорн, это отличная битва. Охуя не решу погодить. За все мои 27 лет вещания я никогда не видел такой реакции. И это приводит нас к перерыву. Вот ваши очки. Я на первом. Ой, блядь. Поэтому тренеры смогут менять своих бойцов посреди матча. А также бонусные очки удваиваются, а голоса за оба матча будут суммироваться. Да? Давайте сейчас своих бойцов представим. Один из них будет... A champion of being uptight. И это еще не конец. Вот титул. Захватите его. A champion of the International Conference on Accounting. Сохранят ли тренеры своих персонажей или сделают замену? Это настоящее столпотворение. Боже мой! Да. Что за художники? За магистра давайте. Их имя просто зашкаливает. На ринг выходит два новых бойца. Они почти равны. Это исключительно. Ну и здоровяк. Ты будешь решать, кто же... Champion of... Мы были свидетелями величия. Битва сногсшибательна. Будут ли игроки меняться? Давайте выясним. А вот это уже противостирание. Давайте попкорн, это отличная битва. Да, Чилка Че побеждает, я хуй. Сейчас мой воин выйдет. Пришло время для нашего следующего поединка. Вот. Кто же? Шпагамен, пацаны, это мой аппарат. За Шпагамена, ребята. За Шпагамена. За Шпагамена, родные. Это мой аппарат. Давай за Шпагамена, ну ёбай ваш рот специально, сука. Ну всё, ты. Она перевоху выходит. Что будут делать тренеры? Да неподвижный объект сталкивается с непреодолимой силой. Кому он нужен, товарищ по команде? Только не ему. Кто такой Семяк? Кто это такой? Кто такой Семяк или кто это? Кто хочет больше? Что за Семяк? Кто это, бля? А, искусство войны. Теперь они будут бороться за этот титул. A champion of adult films. Время для принятия решений. Они обмениваются ударами. Easy. Они выполняли работу сразу двух бойцов. Lord. Кто же? The champion of jerks. Кто первым прорисует кровь? Вот наш следующий раунд. The champion of first to be sacrificed. Гладурмафля. Поехали. О, пора вызвать медика. Гладурмафля. Вот так, ребята, и выглядит герой. Мой победил, мой родной. Хуй там порубал, чел. Сам по себе. Что дальше? Один из них будет... Чемпион of Living Придурки. Что за художники?
Боже мой! Вот и очередной титул. Champion of Under... Это противостояние титанов. Что за титаническое усилие? Ладно, ребятки, это был финальный матч. Судьи подсчитывают итоговые баллы и... Ну, нахуй. У нас победитель. Ой, понятно, сука, взял. Выбрал читер, понял, того, который... за которого нельзя не голосовать.